Бережно тут яхти стоять. Детські атракціони. Пароход причалив. Аріана. Ялта. Пароходи. Константин Паустовський. Це йде на Лушту, ми пливемо на Ласточки на гніздо. Часть набережної. Лодки стоять, кораблі, катера. Поплыли, да? И как кораблик идет, не плывет, он идет. Мы отплываем. Отходим. Ялта, там парк вдалеке, детские аттракционы, гостиница Ялта вдалеке, и турист. Тут катамаран Глобус, такой вот. Это мы отчаливаем от берега. Вот корабли там вдалеке. Такой вот пейзаж тут. Среднемедические мореплаватели. Войска в новом времени. Они подошли к этому берегу, поселились здесь и свое поселение назвали Ялой. Что в переводе с греческого означает берег. Спаситель для мореплавателя. Набережная. И дальше на набережной установлен небольшой старинный парусник из потёка. Остров Добровищ, Робинзон Крузо. Отсняв фильмы с морской тематикой, парусник установили на набережной и открыли в нем ресторан. Если вы не желаете ехать на лифте.
ласточки на гнездо. Пароход плывет. А он сзади, наверное, пароход плывет. Пароход, мы сейчас развернемся. Трасса вверху. Общая протяженность канатной дороги 3 километра. В 1826 году купчиной деревни